Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал. Сегодня мы будем говорить о такой новой NFT игре. Она на Vax, Galactic Spire. В общем, ребята, игрушка, будем тестить ее и вместе уже пробовать выводить внутриигровые токены и зарабатывать. Ссылка на регистрацию будет, конечно, в описании. Здесь нужно будет раз в час выполнять миссии, задания определенные, за что мы будем получать внутренние игровые токены. Тоже видим, как сделано, якобы как карточная игра. Это все мы будем делать, прокачивать, я так понимаю, и путешествовать с планеты на планету. Итак, заходим. Сейчас попробуем нажать на Play Now, посмотрим, что она выбьет. Ага, то есть нужно або Anchor, або Vax Cloud. Ну, то есть ваксовский кошелек. Если у кого нет вакса, то перед этим рекомендую всем зарегистрироваться и себе сделать вакс кошелек. Вот, заходим на данный вакс. Есть вот этот вот адрес, вот он сверху, вакс кошелек. Для чего нужно? Нужно его пополнить хотя бы там на 100 ваксов, это сейчас там вообще сущие копейки. И потом нужно сюда вот нажимаете и их, скажем, там закидывает. Это для того, чтобы все нормально работало, вполне себе отрабатывало. В общем, я закидаю сюда где-то по 20. Вы можете другие там суммы закидывать. Пополнить можно с Binance, это не проблема. Пополняется, комиссия вообще мизерная. В общем, вы это все стейкаете. Вот, 20 сюда. Потом меняете здесь с CPU на NET. Тоже сюда 20. Если не хватит, то добавить. Это вообще не проблема. Делается для того, чтобы полноценно и хорошо работал сам такой кошелек. Ну и сюда тоже я 20. По 20 закину, а там будет видно. Если нет, то докину. Вот, везде соглашаюсь. Все есть. В принципе, должно оно все, в принципе, хорошо работать. Возвращаемся. Нажимаем опять Play Now, Vax и заходим. Вот, вот так вот главное меню открывается. Я так понимаю, какой-то там гоблин, лодка самая простая, какие-то там запасы есть. Вот, и также самое еще показывается, что у меня на Vax осталось 38.80. Ага, понятно. Итак, нажимаем Start Mission, то что я говорил. Сейчас посмотрим, что он будет или нужно будет делать. Тоже нажимаем Approve. И уже смотрим, что этого всего вообще получится. В общем, тестируем данную игрушку. Пробуем заработать. Как выводить, как, ну, насобираю на минимальный вывод. Тоже все это, естественно, я покажу, сниму. Вот. Ну, а пока делаем тест. В общем, когда я нажимаю на Start Mission, выбивает у меня типа как error и секунды. Не знаю, что это таймер или уже мне что-то где-то куда-то упало еще, или же еще нет. Но сейчас будем разбираться все вместе, что нужно делать. Сейчас посмотрим. Ну и так я понимаю, что вот я нажал, наконец запустился данный таймер. Ждем, что оно даст нам. Еще раз нажмем, я так понимаю, это какие-то там вылазки. Так что тестим,